До 15 августа школы республики должны быть готовы к новому учебному году. Специальные комиссии будут проверять оснащенность учебных заведений, состояние прилегающей территории, готовность столовых и медкабинета, нормы освещенности, обеспечение пожарной безопасности и готовность к отопительному сезону. В Чувашии около 500 средних общеобразовательных организаций, в 64 из них будут обустроены отапливаемые туалеты. На эти цели предусмотрено 60 миллионов рублей. Сейчас работы идут в 56 школах. Также к новому учебному году запланирован капремонт 28 спортивных залов. Из республиканского и федерального бюджетов выделено 25 миллионов. Значительные средства, почти 70 миллионов, направляются на ремонт 6 школьных зданий. В Шамушинском, Урмарском, Алаторском районах, в Шумерле и Алаторе и здание бывшего лицея имени Лебедева. Все школы и дошкольные учреждения оборудованы кнопками вызова полиции. В этом году в Чувашии 1 сентября откроет свои двери новая школа в деревне Альбуз-Сюрбеева Комсомольского района. Еще одна в Чебоксарах на улице Гладкова должна быть построена до конца года. На эти цели предусмотрено более 1 миллиарда рублей.